Продолжаем вечную тему управляющие компании, жители домов, которыми эти компании управляют. И ошибки в предыдущей фразе нет. Жители дома Мысовская, 33, обратились в Совет общественности железнодорожного района, чтобы защитить свою старшую по дому. Я также являюсь и старшим по дому. У нас есть сообщество, где практически 50 старших по домам. Ну и, соответственно, мы обо всех ситуациях, которые у нас на домах происходят, делимся. Но к нам, именно как в Совет общественности, обратилась Галина Васильевна с той проблемой, что они решили сменить управляющую компанию, так как данная управляющая компания не выполняла те должностные обязанности, которые должна. И, соответственно, Галкин Николай Анатольевич начал ее притеснять. Она получала скидку, в итоге он ей выставил счет 30 с лишним тысяч рублей, что она должна оплатить, хотя у нее есть квитанции, где как раз у нее стояло все по нулям. Также разослал квитанции в каждую квартиру о том, что должник инициировал собрание, хотел поменять управляющую именно для того, чтобы с целью погасить долг перед этой. В общем, дело в том, что я работаю много по дому, и Галкин Николай Анатольевич мне выставил вот этот счет. Хотя, например, он до этого говорил, что я когда работаю, мне он удостоверение они выписали мне, как я старшая по дому. Я работала и по капитальному ремонту, и не по строительству, а по благоустройству двора, по благоустройству это детской площадки. Сколько лет вы носите? Меня выбрали в 21-м году. Года уже. И мы как бы работали в управляющей компании, решали какие-то вопросы. Но в течение вот этого полгода они просто либо накаляли обстановку, либо ничего не делали. И мы часто пишем в жилищную инспекцию по поводу того, что нам сделали крышу, когда он баллотировался в депутаты, но не сделал вытяжку. И у нас 3 года мы просто люди страдали от того, что было замерзание в крыше. Фановых труб. Да. И потом, когда весной вот эти вот лед растаивал, и у нас затапливало пятые этажи. И очень часто мы все, вот у нас 10 семей, которые писали в жилищную инспекцию по поводу, чтобы выявить вот эти нарушения, либо он им оплачивает, либо что-то делает. Но многим сделал, а многим и не сделал. Так у нас и грибки. Недовольны, в общем. Да, недовольны. В подвале у нас в течение 10 лет, где он правит, Николай Анатольевич, управляющая компания, раньше Домремстрой, потом они обанкротились, стали железнодорожные. И в подвале у нас тоже плачевно. Предыдущую компанию Николая Галкина «Домремстрой» лишали лицензии в 2022 году. Проблемных мест много и у новой компании. Тут и благоустройство, и детская площадка в виде одинокой горки, и разбитая дорога, и подвал с трубами, требующими ремонта. А почтовые ящики ждут вообще с 2007 года. Но главная проблема – отношения. И он, когда я обратилась к нему, почему вы почтовые ящики не сделали, он сказал: собери деньги с жильцов. Я говорю: какие деньги, мы же оплачиваем. Он: вот соберешь деньги, тогда и сделай. Это было отношение против, вы понимаете, собственники платят деньги, и он же просит меня собрать еще, чтобы поставить почтовые ящики. Началось с мелкого, что вот по почтовым ящикам, по подвалу, по крыше, проводка в ужасном состоянии, где мы просто снимали, где электрик, просто вот так вот, изоляции никакой нету, выключателей нету, лампочки перегорают. И началось именно с того, что управляющая компания, она не исправляет с работой. И он мне из-за того, что я так веду себя, и сказала, что раз вы ничего не делаете, может, другая компания начнет делать. И он мне выставил, мало того, что счет вот на 36 400, и разослал еще вот эти вот по подъезду, что я должник 91-й квартиры. Конечно, собственники спрашивают вот это вот, почему здесь у меня в мае ничего нету. Здесь они списывают все по нолям. И в пределах, что с 22 по 24 год у меня все по нолям. И тут в один миг вдруг сумма выплывает на 36 400. Как это восприняли вообще? Ну, конечно, это неприятно, что вот эту всю работу, которую я провожу, вдруг из-за того, что
Я ему высказала, что я уйду, и он сказал, тебе неповадно будет, что ты уходишь. Как угрожал вам еще? Ну, понимаете, угроза в таком плане, что нужно заплатить, и от меня так просто вы не уйдете. А мне жители звонят, почему я? Ну, за что он? За что он меня так наказал? 36 тысяч будете платить, заплатите? Ну, через суд или как, ну, сколько скажет, столько и заплачу. Потому что иначе, вот, если я не заплачу, значит, он может просто взять и отдать в судебный пристав, и у меня как пенсионерки заблокируют карту, он может это все сделать. Соседи единодушны с Галиной Васильевной. Успокоив свою старшую по дому, заверили нас, что компания плохо работает на доме. Отношение Галкина к ним не как к собственникам, а крепостным каким-то. Отчего владелец управляющей компании так обозлился на пенсионерку, мы спросили самого Николая Галкина. Да, почтовые ящики мы будем менять им в этом году, в этом месяце, вернее. Мы этим жителям сказали, они прекрасно знают, что жители ящики будут меняться в этом месяце. За счет чего? За счет управляющей компании. За счет управляющей. Да, за счет управляющей компании. О том, чтобы собирать на потом, ящики деньги, подождите. Не говорили? Нет. Потом следующий момент. Значит, мы им сделали, капитально отремонтировали подвал. Мы им заменили водоподогреватель, полностью новый там стоит. И отремонтировали трубы. Это за последние 2,5 года. И потом говорить, что, например, мы что-то там не делаем в этом доме, ну, это, так скажем, мягко говоря, но откровенное вранье. Понимаете, вот настолько разная информация от нее и от вас сейчас, да? Вот этот счет, который вы выставили, он за что? Почему он, откуда он появился? Так резко. Так это она должна была его платить. Это как все люди, вы когда живете, за коммунальные услуги платите или нет? Вы до этого и счета выставляли, ну, скажем, полгода назад? Полгода назад, ну, это надо в бухгалтерии спрашивать. Но вот так-то она прекрасно знает, что все. Но она показывает, что не все по нулям было. За работу как старшего по дому. Она показывает счета, где у ней по нулям. Ну, может быть, была ошибка в бухгалтерии. Ошибка какая-то. Но тут я допускаю такие моменты. Ну, а старшая по дому, она бумагу не показывала, что где ее выбрали старшая по дому. Вы ей удостоверение дали какое-то, она показывала его. Не знаю, удостоверение. Скорее всего, поддельное. Вот эта ситуация, которая есть, вот она рядовая вообще? Потому что ну, человек так обижен на вас. Но плакала она даже, понимаете? Да как она плакала, понимаете, когда человек делает подлость? Вот я считаю, что она сделала подлость. Угу. Да, не... Но она считает, что вы подлость сделали. Вот таким вот образом. То есть я дом обслуживал, все хорошо обслуживал, да? Потом она проводит собрание, не извещая управляющей компании, не приглашая, непонятно по каким вопросам, да? Угу. Ну правильно же? Потом она ходит по жителям, требует подписать. Погодите, сейчас еще одного жителя. И после этого вы еще счет выставляете? Ну конечно. Если на то пошло. Но мы посчитали все, кто кому столько должен. А раньше почему не вставляли, потому что ошибка? Ну, раньше не вставляли, это другой разговор. Без договора она, тем не менее, фактом выполняла обязанности старшего по дому. Когда только начался переход, вы выставили счет. Вот сюжет-то вот в этом, понимаете? И из-за того, что у вас этот разлад пошел, она к нам и обратилась. Может быть, даже... Позиция Галкина. Компания работает стабильно. Галина Ваулина старшей по дому не являлась. Пусть платит по внезапному счету. Общественность с этим не согласна. Ну и, соответственно, мы против этого. У нас крепостное право в 1861 году отменили, а почему-то живем в непонятно каких условиях. Должна быть равная конкуренция, и управляющие компании в первую очередь должны понимать, что это обслуживающий персонал, в первую очередь собственники, это хозяева. И они решают, с какой управляющей компанией им сотрудничать, с какой управляющей компанией работать. А то, что сейчас происходит, это в принципе неприемлемо. И мы, как Совет общественности, будем помогать и поддерживать старшую по дому. Конечно, Галину Васильевну в обиду теперь никто не даст. Ну а с доводами и жильцов, и Николая Галкина, по всей видимости, предстоит разбираться жилищной инспекции и прокуратуре. Промежуточный итог сюжета такой. Свой оригинал договора надо сохранять, а угрозы записывать. Вячеслав Бархинский, Павел Карпов, Иван Дементьев и Павел Шухляев. ЗапТВ.